Поздравляю, становитесь. Поздравления и благодарственные письма за активную деятельность. Уже год члены общественной палаты работают с обращениями жителей округа напрямую. Вы знаете, это впервые, наверное, общественная палата имеет вот таких активных героев. Потому что выйти в люди и помогать тогда, когда надо, вас не зовут, но вы идете и помогаете. Помогаете словом, помогаете делом, помогаете общением с гражданами, с разъяснительными работами, с контрольными функциями. На 9-м пленарном заседании общественной палаты подвели итоги, проделанные за год работы. Сделано за это время немало. В период пандемии коронавируса взаимодействие с населением и помощь нуждающимся были в приоритете. Сегодня общественная палата является еще одним связующим звеном между гражданами и органами власти, помимо портала «Добродел» и соцсетей. Я действительно благодарна главе, что он дал такую возможность общественной палате озвучивать эти вопросы. Безусловно, это показывает и значимость общественной палаты на уровне округа, и действительно дает еще один инструмент жителям озвучивать и решать те проблемы, с которыми они сталкиваются. Еженедельно представитель общественной палаты информирует главу муниципалитета Андрея Иванова о проблемах, волнующих граждан. Пути их разрешения находятся совместно. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».